Ноте с Индонезии, остров Бали. Всем привет! Время почти 6 утра, без 15 мы приехали на пляж Санур. Ничего не видно, будем встречать рассвет! Тридцать утра. Мы увидели солнышко. Ура! Доброе утро! Всем привет! Кто же сейчас, Настя? Как называется? Просто стоишь на голове. Настя стоит на голове на пляже Санур. И вот так она в таком положении встречала рассвет. Вы не поверите. Настя встретила рассвет на голове на пляже Санур. Ваши ощущения? Ваши ощущения? Ощущение прилива крови к голове. Круто! Вот Настя дает. А вы так сможете? А вам слабо встретить рассвет на голове? Вот какая красота. Дрессировка собак корейских. Беги, скорее, скорее. Беги к хозяину. К хозяину беги. Лизнет сейчас камеру. Иди туда. Иди. Где хозяин? Лапу дай. Тихо, кукадосы, милый, лапу дай. Будь здоров. Что это? Так, от него пахнет твоя палочка, ты чувствуешь? Иди сюда. Он хочет, чтобы ты его погладила, у тебя руки заняты. Ему хороший. Вот та с хозяином, а этот такой по рукам ходит. Да? Кусается. Нет, он играет. Что кусается? Тебя зовут там. Иди домой. Домой. Думай. Где папа? Папа где? Следы такие остаются, смотри. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Милые создания. Я всегда мечтала позавтракать у океана, но сегодня моя мечта исполнилась. Вот так мы завтракаем у океана. Печеньки и вода. Russian водка. Это вода. Аква. Вот такое у нас сегодня утро. Доброе. Решили сегодня заселиться на пляже Санур в отель Синха Инна. Предлагают нам такой номер. Окей. С видом на океан даже. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Окей. Тот номер был слишком дорогой. Нас ведут другой номер Бунгало. Okay. Thank you. Дело сделано. Мы купили. Сейчас будем заселяться. Чё? Это видео? Всем привет! Вот такую большую кровать нам сделали из двух маленьких. Огромная кровать!
На ней можно кататься, кататься и даже не упасть. Не всяко разно кататься. Вот, такая она кроватка. Отель Инна Симху Бич. Интересно, легонечко такой возьмет, а обносит ветер. Ну, короче, спокойно так сядет. Эти волосы поднимают. Давай, держи волосы. Ну что, вы реально хотите? Да. Это не будет. Юль, пожалуйста. Не, о чем я тебе уговариваю? Это же твоя мечта. Начнем с того, что мало. Это какие-то три жалких кусочка. Мало? Это просто будет тут. Я тебе это еще... Нет, а вот еще есть кусок большой. Я могу еще это надо, да. Ой,